Монтана. Страна холмов и гор. Штат сокровищ. У Монтаны много названий. Для меня это дом. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Потому здесь легко не заметить человеческую подлость. Добрый день, брат. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта. Натуральная секта, блин. Коллапс близок, дети мои. Сперва они купили все наши фермы. Потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Прямо здесь. У нас под носом. Власти нас не спасут. Никто не спасет. Вообще никто. Требуют, чтобы мы спасли эти заблудшие души, хотят они того или нет. Все отказываются верить в то, что это секта. Люди напуганы. Одни захотят навредить нам. Другие — разрушить все, что мы с вами создали. А третьи — предать нас. Мы не знаем, на что он способен. Кто? Их лидер. Иосиф Сид. Для них он отец. Лишь глупцы не помогают проекту. Они не верят. Они слепы. Нет. Но они прозреют. К сожалению, еще пытаемся вразумить нашего друга Маршала. Прием.
Ему повезло, что меня нет. Если что, обязательно дайте мне знать. Прием. Понял тебя, отбой. Может, стоило взять с собой Нэнси, а не этого салагу. Сектанты бы обосрались. Брат. Кто такие эти эдемщики? Секта врата Эдема, поэтому эдемщики, так их зовут местные. Пару лет назад казалось, что проблем от них не будет, но сейчас они вооружены и рвутся в бой. Вы боитесь, шериф? Прибыли. Поселок под нами. Господи. Неудачная идея. Последний шанс, маршал. Мы садимся. Сажай! Брат, понял. Диспетчер, слышишь меня? Да, слушаю, шериф. Если через 15 минут не выйду на связь, вызывай всех. Если придется, вызывай нас в гвардию. Прием. Так точно. Я вас помолюсь. Слушайте все, три правила. Держитесь рядом, не доставайте оружие и помалкивайте. Ясно? Понял. Залага. Внимание! Не зевать. Идем! Он будет в церкви, не отставай! Смотреть в оба. Их легко спугнуть. Залагом сюда. Спокойно, ладно? Что они здесь делают? Тихо! А ну успокойтесь! Этому не бывает. Вас это не касается. Не вмешивайтесь. Шериф, дело плохо. Все в порядке, Хадс. Повезло, что я все в полном порядке. Боже мой. На вас есть значки, верно? Да, но здесь не особо уважают значок шерифа. Зато ствол они будут уважать. Не все проблемы можно решить оружием, марш. Он решил убить отца. Да, старший раз в покое. Уймись. Отец что-нибудь придумал. Тихо, маршал. Давай лучше сделаем по-моему. Без шума. Спокойно. Ясно? Ясно. Хадсон, двери. Прикрой нас. Сюда никто не должен войти. А ты со мной. И да, ну, не наделай там глупостей. Остыньте, шериф. Про вас скоро в газетах напишут. Все хорошо. Что-то случится. Вы чувствуете, да? Что мы приближаемся к краю пропасти. Что грядет час расплаты. Вот зачем нужен проект. Мы знаем, что случится дальше. Они придут. Чтобы забрать все. Забрать оружие. Забрать свободу. Даже веру. Но мы им не позволим. Шериф, еще рано. Не позволим их жадности, их безнравственности, их порочности одержать верх. Шериф, мы больше не будем страдать. Спокойно. Иосиф Сид, у меня ордер на ваш арест. По обвинению в похищении с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите вперед и держите руки перед собой. Нет. Вот они. Саранча в нашем саду. Они пришли за мной. Пришли, чтобы забрать меня у вас. Чтобы разрушить все, что мы строим. Спокойно. Оружие сейчас ни к чему. Вы! Так, всем стоять. Пушки на землю. Всем стоять. Пушки на землю. Успокоились. Мы ждали этого момента. И мы подготовились. Все. Все.
Бог не позволит им забрать меня. Я видел, что Бакмин снял первую печать и услышал громовой голос одного из четырех животных. Иди и смотри. Выйди вперед. Я взглянул. Защитит меня. Салага, браслет на него. Иногда разумнее всего просто уйти. Пошли. Вперед, мы пойдем справа. Вы не посмеете! Понял. Мы не позволим! Нет, так нельзя! Не сходи с пути! Отец, мы любим тебя! И я приказываю вам отойти! Убери оружие! Сейчас же отпусти его! Оружие! Ну! Вертолет его! Все назад! Назад! Ну! Назад! Давай! Назад! Назад! Живее нахер! Ну, живее! Давай! Давай! Сказал, что Бог не даст меня забрать. Прошу, скажите, что там случилось? Диспетчер. Ох, Боже. У нас все хорошо. Не надо никого звать. Да, отец. Храни тебя Бог. Не придет на помощь. Отец спасен под сенью крыльев Господа. Все идет согласно плану Господа нашего. Я все.
все еще с вами. Первая печать сломана. Коллапс начался. Мы возьмем все, что нужно. И сохраним, что имеем. Мы убьем всех, кто встанет у нас на пути. Они весь легион узрят истину. Нужно валить отсюда. Да начнется жатва! Не трогайте! Отвалите ночью от меня! Выбираться отсюда! Пусть горят! Воли бога! Такова их кара! Нашел Мэтью. Все плохо. На него напали. Он мертв. Грешников нужно найти. Встретимся на лесопилке. Буду ждать там. Мне нужна помощь. Грешники могут быть где угодно. Вы слышите? На лесопилке неприятности. Помоги мне, отец. Защити меня от коллапса. Чем за все годы в школе. Thank you.
О, боже мой! Ты... Прости. Думал, тебя схватили. Пошли. Пошли. Давай. Проверь тут все. О, боже. Ничего себе. Твари. Мы посадим всю эту семейку. Всю семью. Долбаные психи! Мы выберемся отсюда. Но сначала нужно оружие. Держи. Так, делаем вот что. Там есть дорога. Едем по ней на северо-восток. До Мизулы всего пара часов езды. А потом мы вернемся сюда с Национальной гвардией и уничтожим всех. Проверь в трейлер. Так. Чёртова Нэнси! О, нет!
О, нет! Дороги перекрыли! Здесь мой!